В эфире Радио России Дагестан. Маршал Душукхами Махкхой, микрофон Халхью Умаханова Джамиля. Эфиря Кирилла Хаамш. Шула дух, что Радио Россия Махачкала Бабхи Айлха Хасюрта Баи Иса Дербенте Ба Цаа Радио Тулгенчта Хилу Диагастан Радио Нухчимата Хилу передачи. Дагестан күйгал хочу Меликов Сергей Диакалбир республикан бахар хой дагестанский культурын метни денц от хазда здоровой мазерка дагдойту мел өшту ше орымшты гахлату ше дэймох беза ше ненан мот бийц аму тига үлшу вэй дэйши зеделар ксинан тахалу. Цу таро йод ахалонышцы зайлату Дагестанду қақ амни халқ цан исторически ца алу шахтуғш. Дагестан амни меттанж алыш бар амур, үшкі орах болу болх, дабахарду айдалана юқаралуныны белых көрт ағуних дерг. Тағына вайхма сярха дезна дудуққа метни дақ қиар, дегі үчі дахан өздіңгілі мяхылыш дақовдор. Дагестанский фольклорық цейхан классики произведения шық пайд өтсуш, вайкочда өшумут ниіс бицарын барым лақяқырын декарш. Сотешна ву вайш цана республикан метни культурын шатайп алыш яр, масерна машыр әтту масу дикачу дадоларшка, кем шхылил Дагестан расина әт тон бошта дерзир регионын күйгал хочу шиде кылды кыяк. Дагестан бюджет кочар дитер правительстве ада яхна чушурин кейт шуня. Кырышырын избет тыгда дахна чушар дистичи избет тыгда. Налога өте дорг алсым дяла нелых миллиард шиба миллион сомын. Ишта министри кабинет итер гергар кашыр нелу бюджет. Шезарт гай салыш шырын нелу бюджет пайден нелу ал микарду билгыл дякер республикан күйгал хочу тыр дел налога өте дорчун тирах алсым дак дала качын батыр шхы Оман проект школы бац болх да болыш. Органы управления оказались неспособны освоить поступившие бюджетные средства в полном объеме в запланированные сроки. И в этом отношении я тоже призываю вас к осуществлению должного контроля за исполнением бюджета. А для того, чтобы бюджет правильно исполнять, мы должны правильно планировать его реализацию. Поэтому снова 2022 года мы должны некоторые методики с вами тоже правильно построить. Карашырын илу бюджет кочар дютыш республикан күйгал хочу дагда етер закону проект ахар вариант ад илу түрю ноябрь бет. Сол дяха карар кашырын илу бюджет дейтер финанси министра Садуев Юнус Бинхамцы шезарт гашолық чыра хыржынш хеттер бақуц ашит миллиард сом. В текущем году, в соответствии с поручением президента страны, субъектам России предложили участвовать в получении инфраструктурных бюджетных кредитов, лимит которого для Дагестана определен в сумме 10,5 миллиарда рублей. Модератором данного мероприятия является Минстрой России. Соответственно, Минстрой Дагестана выступил инициатором в данном вопросе. При положительном решении федеральных органов в 2022 и 2023 годах республике будет предоставлен инфраструктурный бюджетный кредит, который оценивающийся в суммах 3 миллиарда 220 миллионов рублей. Это в 2022 году и 7 миллиардов 304 миллиона рублей, соответственно, в 2023 году. Сайло министерство аж ведомство шат идогчу шыр на плане дяхна алсан бюджет на харыш. Энистац элер кюгал хочу тахна план шкоча ишу инвестиционный программ шкочеш идотыркше харыш нисича издубилгал яхна проект шкоча ляг пайден болук. Умение правильно планировать деньги — это на самом деле хорошая черта. И выходить за какие-то там немыслимые рамки с 90 миллионов на 2 миллиарда 300 миллионов не надо. Надо поэтапно развивать то направление, за которое вы отвечаете. Санкт-Петербург дезуш дагда итер юхбазбарн кампанин хоках ерик российский нах юхбазбар садоли на притолчу октябрь, да дезуш дуде итолчу ноябрь. Кайвархит он дагестанчы дагылятер большая перемена ал ерик российский конкурсын ах финаль абилгыл дагылятер нюка. Вар центр адаренных детей ал республиканский лицей интернат дешерху. Бер шерц ехан. Российский компания шилы кырдешырын заведенеши халкесовы заданиш ишта Ирина Герг ах финалист болхбин команда лехна екке экологический проблем шкасту сацамшкөлін лоузарш. Конкурсын финале вяла Пухмалдолу Бери центрын ученик Арсений Костюк. Масерица темер экологи өштір от проблем болу сацамлық.
Дагдает для большая перемена, а Ирик Российский конкурс коучи шхлыр образования, алкоман проект дозыншка. Дагестане тахнас хайолила осенний марафон добрых дел алюлу дикчкулки марафон. Акция яхлырю бут даберзалт. Мероприятие дахошу региона кикерхуглук школ юл министерства да доллар ца центр развития добровольческих инициатив ал дагестанский региональный каралонун организации цан. Акция кайкэню кикерхуюга волонтерский болг шуир баржита республикан кикерхуюг озу бахар хошна мехаз да доллар саударя. Российская Федерация президент указа чагына кочше шушезет вархиттылык шушезет кайпхалыс шыршына елу юртбахым киорын федеральный айлманын технический программ Дагестан юртбахымын сурсати министран халқыргынчи Шарипов Шарипдешнашцы регионя агропромышленный комплекс айлманын дек ахболық пешелу учреждениешелый грант. Махачкала Саилин мультимедийный комплекс сейчас Саил Чанд Элятсина ви ба эзер хаусархо из Шюриев, Шю Дагестанчин. Кюртач лягын куз богу школьника студентыш сейчас Саилин дедыздеш цигавушах технир дыздыран мероприятиш, мастер-классыш, викторинш, штамеха зелу экскурсиш. Россия ма история ал мультимедийный комплексын Кюгалхочин Велиханов Тимур Дешнышцы проект команд болхпещо и парк образовательный центр Йотур Кигерхойгул Леметтик Хелит. Хорошо садул дел чанна даяхна куздгэ ит мероприятий. Ашлы дегир керлачу хамшкан.